Ребята, Саммер – моя новая ассистентка. Саммер – это ребята, ребята – это Саммер. Меня так и называли в универе. Совершенно адекватный Хэнсон. У меня была та же фигня. Я была очень организованной и аккуратной. Ты ему нравишься. Так? Ты мне интересен, и я хотела бы просто дружить. Да. Я люблю Саммер. И это настораживает. Просто мне не по душе быть чьей-то девушкой. А что будет, если ты встретишь любовь? Любви не существует, это иллюзия. Как у Кент? Было хорошо. И я не врубаюсь. Она сказала, было хорошо. Упор на хорошо. То есть, считай, сказала, что весь уикенд занималась сексом. Подожди, она сказала салют вместо привет. Это ведь значит, что она лесбиянка, да? Привет. Привет. Сукин ты сын. Ты ее трахнул. Нет. Шторпом поработала? Нет. Руками? Да нет же, никто ничем не работал. Привет. А потом еще поговорим о работе. Пока. Знаешь, это можно попробовать. 2, 1. Ты ее парень, да? Тут все сложнее. Мы молоды. Есть смысл пожить весело. Я не хочу затевать ничего серьезного. Секс в душе! Таких баб дофига. Мне не нужны другие. Мне нужна она. Я иду в подсобку, ребята. Вам что-нибудь нужно? Ты знаешь, что мне нужно? Картридж.